Взрыв в бельгийском Антверпене. Разрушены 3 жилых дома. Рвануло поздно ночью в районе, где живут в основном студенты. 2 человека погибли, их тела нашли только утром. Еще 14 ранено. Состояние одного пострадавшего критическое. Полиция начала расследование. Версию о теракте сразу же исключили. Предполагают, что причина взрыва – это утечка газа в пиццерии, размещенной на первом этаже одного из домов.